Всем приветики, это игра Клондайк, и мы опять отправляемся в гости. Нас пригласил Костя. Костя на 59 уровне. И мы идем до Константина. Константин, встречай. Итак, нас встречают сразу его кролики. У него есть 3 отеля. Расчищено здесь. Стоят у него, видите, золотой инкубатор есть у него, значит, он уже себе занимается выращиванием павлинов. Поросята бегают. Здесь открыто, но не дочищено. Сверху он еще не открывал. Итак, амбар. Строит пилорамную, строит металлургию. Хотелка у него интересная. В общем, на стройку у него не хватает всего. Всего и много. Ладно, опс. Лимит у него, кстати, расширенный. Но он его уже съел. Ел, ел и весь съел. А что я не вижу? А, он покупал, что ли, лимит? Я не вижу у него улучшенного амбара. Он, наверное, покупал себе лимит, получается, в амбаре. Тратил изумруды. Ну, бывает. Вот, кстати, он молодец, он поставил очень много кузнец для того, чтобы они работали и делали ему заготовку продукции, чтобы он смог скорее что-нибудь достроить. Хотя он поспешил, в первую очередь, почему-то нефтяной. Пекарня у него недостроенная есть. Ему нужно было сначала с металлургией разобраться. Еще одна пекарня. Он их что, посевает? Они у него разбросаны. Там пекарня, там пекарня. Это чтобы никто не догадался, сколько их штук. Пределка. Да, конечно, ему надо срочно начинать строить большие заводы, потому что, в принципе, для наема, конечно, тоже будет маловато 60 человек, тех, которые долго работают, потому что мы сами понимаем, что дом с Массандрой — это не так прям уж долго. Хотя он старался, обратите внимание, сколько он настроил себе всяких возможных для того, чтобы нанимать людей. Есть у него черный кот, у него есть рыжий кот, котами он запасался. У него уже орлиное гнездо превращено, получается, тоже. Ему, конечно, да, большие заводы очень надо. Ну, я, конечно, сейчас кину ему немножко коллекции с черепицей, но ему это особо не поможет. Потому что в строительстве у него много всего, и строить ему еще очень-очень долго. И на этом все. Пока-пока.